Хоккеисты уфимского Салавата Юлаева вернулись из дальневосточной поездки. Один день на отдых, а затем снова регулярные тренировки. Команде предстоит домашняя серия из 3 матчей. После нее в чемпионате наступает пауза на Евротур. Естественно, сейчас это предстоит тяжелая неделя. Мы встречаемся с серьезными соперниками. Например, первая игра – это с «Авангардом». Естественно, мы хотим подойти непосредственно к этой встрече очень серьезно и также уже к следующим соперникам. Но «Кузнец» тоже, я считаю, с ними будет непросто. Показывает, что в каждой игре старается, поэтому надо подойти очень серьезно. Но, естественно, «Сибирь», «Новосибирск» – хороший соперник, сильная команда. И также надо выходить и играть серьезно. Поэтому это такая ударная неделя перед перерывом, и, конечно, мы хотим сыграть на все 100%. Каждый матч предстоящей домашней серии интересен по-своему. Но первая игра с лидером дивизиона – омским «Авангардом». В прошлом плей-офф эти соперники бились друг с другом до 7-го матча. А в составах и тех, и других хватает игроков, которым есть что доказывать своим прежним командам. Самое главное, я знаю, как надо настроиться, поэтому главное не перегореть. Надо так же выйти, как и на любого соперника в лиге. Поэтому, но я понимаю, про что вы говорите, то, что все-таки Омск и пришел оттуда, и есть что доказывать. Поэтому будет запредельный настрой. Домашняя серия стартует матчем с «Авангардом» 26 октября. 28 октября уфимцы принимают новокузнецкий «Металлург», а 30 октября – новосибирскую «Сибирь». Билеты на все матчи доступны в кассах Уфа-арены и онлайн в разделе «Билеты» на нашем официальном сайте.